Улитки спят 3 года, но все равно просыпают первую пару. Но тебе-то ко второй. Маме ко второй. Сегодня СССР празднует День Конституции. В 1806 году в Англии была запатентована первая копировальная бумага. Факт дня! За сутки синица кормит своих птенцов 1000 раз. 7 октября – день воспоминания про теплые вещи. Шутка дня! Фура с матрешками на полгода парализовала саратовскую таможню. В 59 году космический аппарат «Луна-3» впервые совершил полет вокруг Луны. Не забудьте поздравить Нацбанк и Владимира Владимировича с днем рождения. У жирафов нет голосовых связок. Каалы спят от 18 до 22 часов в сутки, а ты нет. Хорошего дня! Як життя скрутило, мав все закінчилися фінанси, а твій шлунок так охоче десь поїсти, бачить шанси. Ти по поверху пройди, трішки там, трішки сюди, не наївся та живище. Знай, що вихід є завжди. Отлично. Хто останній буде ходити з правкома, не забудьте виключити світ.